Всем привет, ребята. Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Кто как меня смотрит. Вот сегодня у меня очередной рейс. Я выезжаю на коротенький рейс. Это только до Тексаса, Амарилла. Выезжаю, меняюсь трейлером и еду обратно. Почему? Потому что у моей жены день рождения и надо вернуться. Сейчас еду я на весы. Какой вес там, взвесят мне и будем выезжать. Встречает вас сегодня Лос-Анджелес, Калифорния, дождливым днем. Даже мокрый снег идет, на удивление. В этом году дождик у нас очень хорошо, много его прошло. Так, а что ты щелкаешь? Дворник щелкает на улице у нас сегодня 40 градусов по Фаренгейту. Не так уж и тепленько. Ну, стекло вообще запотело. Щелк, 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 щелк. А что ты щелкаешь? И где ты щелкаешь? А, вон. У меня дворник сломался один. Он царапает. Царапает мне стекло. Надо его сейчас приехать на Тракстап сделать. Нашел проблему. Прогноз погоды уже обещает, что уже сегодня последний день. На этой неделе будет дождик и потом будет солнышко. Вот какие здесь ямины. Так. Заедем сейчас на Тракстап. Взвесимся и будем посмотреть, какой у нас вес. Если все нормально, сегодня выдвигаемся. Нам надо ехать. Что-то открыл окно. Что-то так запахло тормозами. Не уменяли. Нет, вроде бы. Так. Но я пристегиваться сейчас не буду, потому что мне здесь не надо пристегиваться. Не пищи, пожалуйста. Сейчас мы заедем на весы. Здесь у нас... Так, на весы заезжать интересно. Надо с таким зигзагом. Самый край получилось, подъехал я. И назад сдам и по ровной уже заеду. Потому что там стоят блоки и заезжать неудобно. Радиус поворота не хватает, чтобы... А я назад сдаю с весов, чтобы опять обнулить веса, как бы, чтобы по нулям сделался вес. И теперь я заезжаю, будет тогда правильный вес. Вот. Ну вот, как-то так. Ровненько, все четенько. Ну все, ребятки, я взвесился, и у меня получается сколько там. И у меня получается 12 132 00 и 32 180. Общий вес 76 280. Это очень даже хорошо. Допускается по 34, но у меня по 2000 еще можно, еще лишнюю свободного места. Нормально, отлично, все, выезжаем.
Ну все, ребятки, все я сделал, все нормально, все хорошо. И вот теперь, так, надо еще пристегнуться. Но... И выезжаем. Так, ну что, поехали, да? Мы поехали. Ну, с Богом. Сейчас выйдем с трекстапа. Поменял я дворник. У меня был дворник запасной. Поменял, то хоть стекло теперь не будет царапать. Ой, я. После зимы всегда оно такое. Так, давайте, ребята, уже быстрее, а? Вроде бы все, выехал, а ты что так долго? Так, ну все, с Богом! О, какую очередь выстроили! А этот что тут выделывает? Неправильно заехал, для легковых заехал. Так, ну все, все, давай, быстрее нам надо, ребятки. Ух ты, ничего себе, снег даже выпал, вот рядышком уже с горах. Никогда такого не было, первый раз вижу, чтоб снег выпал так близко, а? Да, какая красота! Первый раз, я вот сколько здесь живу, уже 17, 18 лет в Америке, первый раз так близко снег выпал. Ну все, друзья, выскочил я уже на фривейчик, на фривей, и теперь мы поедем. Трафик уже нарисовался, уже здесь сколько у нас времени, 3 часа дня, и вот такой уже трафик здесь, аж хочется заснять, такая красота. Я никогда вообще, вот сколько я здесь живу, я никогда не видел, чтобы снег вот так вот низко опускался на горы, то все время вершины гор были в снегу. А это прямо ж до самого подножия горы. Красиво. Ребята, вы можете себе поверить? Идет снег. В Лос-Анджелесе идет снег. И такой хороший снежок идет, а? Идет снежок у нас тут. 15-й фривей на перевале. Собрался трафик. А какой красивый снежок пошел. Крупненький, а. И это, считай, только начало перевала. 21 февраля. 3 часа дня.
15-й фривей на север идет у нас снег. Может, для кого-то покажется, что я так восхищаюсь снегом. Просто здесь у нас очень это в диковинку, если снег идет. Потому что сколько я здесь живу, я видел снег в горах, но на самом низу здесь, как говорится, у подножия перевала я никогда не видел здесь снега, никогда. Но это для меня интересно. О, нарисовали. Freezing condition, 34 градуса по Фаренгейту. Здесь у нас и снежок идет. А какая красота! О, посыпалки у нас здесь стоят уже, ждут, если вдруг снега будет на дорогу. На дороге снег будет, уже будут посыпать. По зелененькой, скейл закрытый у нас. Freezing condition, 33 градуса по Фаренгейту, Калифорния, и снег идет. Ай, какая красота! Кстати, здесь уже дорога посыпанная, уже посыпали дорогу здесь, температура падает, минусовая температура становится. Ну, а мы поднимаемся на перевал. Ах, красота какая! Я поднялся уже на перевал почти. Это у нас Викторвилл уже, Калифорния. И вот здесь еще снег идет. Я говорю, это очень редко выпадает здесь снег, но выпал. Все останавливаются, фотографируются, в снежки играют. Такие здесь снежки грязью кидаются. А здесь меньше снега уже. Вот проехал я всего лишь что 2 майлы. И все, здесь сухенько, ни дождя, ни снега. Правда, температура 33 так и остается. Ну а все, здесь все нормально. Так что, ребята, Лос-Анджелес снегом засыпает. Еду я сейчас, подъезжаю к Флагстаффу, а здесь ни дороги, ничего не видно. Все белое везде. Снег валит и будет валить всю ночь. А завтра он уже закончится. Шел снег 4 дня и 4 ночи. Ну, как-то так пробираемся сквозь пургу и метель. Подъезжаю я к Вильямсу. А здесь вообще ничего не видно. Куда ехать, что ли? Все белым-бело. Так,
два трака сошли с дистанции, пошли спать. А мы едем дальше по этому всему белому. О, отчаянный парень. На классике. Отчаянный. Пойдем, раз они так. Никого нету. Еду сзади меня далеко машины. Впереди вообще никого. Красота. Какая красота. Ребята, еду я сейчас по Флагстаффу еще. Какая здесь красота! Ай-яй-яй-яй-яй! Все белым-бело! Решил съехать на Флагстафф. Надо сделать 30 минут брейк. Если будут места, я здесь лягу, наверное, спать. Потому что уже дальше некуда ехать. Ух ты, здесь какой сугроб мне нарисовали. Ух ты, а там вообще трафик. Не заехать, что ли? Что это тут мне? Что трак застрял? Ничего себе! Ой, я заскочил. Ну что, ребятки, я остановился на Флагстаффе. Вот все в снегу. А красота какая. И здесь такой пробка образовалась. Никто не едет никуда. Вот, а здесь трак забуксовал даже. Ох, здесь дверь. Так, надо номер почистить. О, да. Так, и фары. Надо габариты тоже почистить. Ой-ой-ой-ой-ой, какой снег. Никто никуда не двигается вообще. Ну что, ребятки, стоим. Пока стоим. Ох, сколько снега уже насыпалось на капот. Ладно, сходим вовнутрь на тракстап. О, ребятки, все в снегу. Вообще не выехать и не заехать. А как отсюда выезжать? Я даже не знаю. Я даже не знаю, как отсюда выезжать. Потому что выезд вот там вот, и он заблокирован. Что, придется назад вставать, что ли? Ладно, сходим на тракстап.
Везде стоят траки, нигде не проехать. Снега навалило. О, какие сосулечки. Прикольно. Так, ладно. Сходим на тракстап. А там посмотрим, что дальше. Так, ну что? Куда нам лучше ехать? Назад, я думаю. Назад сдам. Вот туда вот сдам назад и поеду. А что мне уже остается делать? Да. Красота. Ладно, что-то холодно. Пошел я в трак, подожду минуты и поеду дальше. Может, там на Ристере где-то будет место. О, какие сугробы тут намело. Встаю, осталось мне сколько, одна минутка, и я поеду дальше.